Всем привет. Так, сегодня мы будем делать УЗИ альбиносам. Пришел тот день, когда нужно проверить их на оплодотворение. Годятся они для икры или нет. Вот аппарат УЗИ. Карис Плюс. О, Уральский приборный завод. Сейчас будем проверять. Я ничего не понимаю. Проверяем. Не видно пока икры. Здесь должно быть видно икру. Нету. Так, дальше проверяем. Это икра, видишь, что? Нет? Оно назад. Самка. Самка, но мелкая, да? Следующий альбиносик. Самка. Вот икра. Вот. Мелкая тоже, да? Вот она мелкая, ну килограммовая примерно. Все, не годится она в этом году, только на следующий год. Так, дальше проверяем. Так, следующий, вот икра, вот. Мелкая икра, ну все равно. Это третья, да? Так, ну что, проверили мы рыбу. На УЗИ. Не готова она еще на икру. Третья стадия. Мелкая икра. Короче, будем дальше выращивать. Вода немного посветлела, потому что два дня рыба не кормили ее, короче, не питалась. И вот и вода начала светлеть. Поэтому вывод однозначно от корма. Вода мутнеет, потому что с такой посадкой уже было, и вода не была такая мутная. Ну а сейчас уже вот она, два дня всего, а водичка стала попрозрачней. Так, ну и вот крупненькие. Так, все. Ну, вот такие вот дела. Будем дальше кормить. Целый год еще придется держать ее. А так, всем пока. До новых встреч.